Итак, дорогие друзья, мне исполняется 19 лет. Я сейчас нахожусь в Алма-Ате. С самого детства я больше всего жизни любила пельмени. И с самого утра мне всегда делали торт из пельменей. И вот сейчас вы увидите, как это... Мам, давайте без этих штук, мам, пожалуйста. Мам, давайте без них, ну сейчас все подожжется, пожалуйста. Мам, не надо, ну давайте это... Сегодня такое прекрасное просто, у нас... Пожалуйста, давай без них. Утро. Мам, вот эти тают, мам. Нармиша исполнилось 19 лет. Сейчас мы зажгем. Одной хватит. Мам, одной все, хватит. Ну ты что, не нас... Сядь вот сюда. Ну куда я здесь люблю, это мое место. И вот сейчас мы будем завтракать. Вот у меня с миньонами 19 у нас здесь. Ай, господи, Рустам! Ну как бы, happy birthday нафиг to me. Happy birthday to you. Раз. Два. Три. Ко мне приехала моя подруга, она приехала немного пораньше, я попросила, чтобы чуть там помочь мне, но основные гости приедут в 4 часа, а сейчас у нас где-то полтретьего, еще у нас остался час. И посмотрите на мой торт, вот такой вот красивый, с короной, в 17 лет у меня были туфельки, в 18 лет у меня была невеста, а теперь у меня корона, ну вы же знаете мою страсть к коронам. Вот посмотрите, какой у меня красивый этот букет стоит, очень красиво, здесь пионы, я вам сейчас все попозже, поближе покажу. Сейчас мы откроем один из этих подарочков. Тут у нас шарики, вот, у нас так тут красиво, так все у нас в одной гамме сдержано, черные и голубые коробки, вон еще одна коробка, вот цветочки, только вот они приуныли, их мне вчера 12 часов подарили, они вот, видите, очень высокие на самом деле, и вот еще, тоже красивенькие. Давайте посмотрим еще на мой торт, какой он красивый. Вот, с коронкой, моей любимой коронкой. Мама, ты эту коронку сама нашла, или бы ты с моего выпускного пыталась ее сделать? Сама? Какую? Покажи мне любой подарок, мама. Так, что же это может быть? Сама так расстроится. Ну что? Что расстроится? Ну могу я расстроиться. Давай быстрее. То есть вот циферки идут? Подожди, может быть, что-то накрасилась? Что, не нравится, как накрасилась? Клеопатра. Ну, я есть Клеопатра. Давай. А, еще одну зайчику написала. Мясо, мам. Ну, если ты мясо тебе понравится, то прикинь, открывай. Это прям этот... Твоё... Фильм, который... Мама, это что такое? Золушка. Золушка или кто там? Мама, ну, в смысле, что? А что это? Что за платье-то? Необычное. Брэдсмит. Я не понимаю, это в хорошем смысле или очень плохо? А брэдсметы? Ну, прикольное, но интересно, сейчас посмотрим. Просто фига руки себе, открыты. Красиво. Ну, знаешь, нет мощное. Таких платьев, чтобы... Где один? Ну да, пойду сейчас надевать. И раз, два. Нифига себе. Руся сказала, это Джулия вам. Анжели Джули. Очень красиво. Это Кристен Диор, да, по-моему? Азик, продержка, конечно, все слушают. Джулия Ван, Руся сказала. Почему Джулия Ван? Не знаю. Кто говоришь? Что я сказал? Джулия Ван. Необычная. Это Кристен Диор. Слушай, Армин, в детстве ты радовалась. Армин, надень лучше вот этот на одежду. Нет, я хочу голубой надеть. Голубой? Да. Ну, вот там две коробки еще открывай. Ну зачем две, мам? Ты две последних. Ты же мне сказала, а потом подарок я хочу еще, чтобы подарок. Там еще мелочи много. Я не хочу мелочи. Еще две последних открой и все. Я не хочу мелочь. Ну пожалуйста, ну пожалуйста. Я хочу, чтобы растянуть удовольствие. Растянешь. Я собаку уронил в платье. Сэма, снимай, Карина, всю собаку бедный под платье. Сэма, она просто мечтает. Сэма, как красивый голубой цвет. Поцеловать. Нет, поиграться. Мам, ты что, все платье мне купила? А что еще ты от меня ждешь? Ты же заранее сказал, я... Одежду. Я... Ну я же в институт надо сходить-то не смогу. Я не знаю, что ты на это будешь. Красивый прям цвет. Ух ты. Мама. Кстати, доберешься, если тебе что-то не понравится, мы можем поменять на другие платья. Поэтому этикетки не срывай, где тебе, если ты не уверен. Балу не очень. Я тебе для Стаса так... Да ничего не делаешь. У меня же приступ был, она просто стояла, заорала, я видела. Никто на нее ничего не делал. А что ты молчишь, я скажу, думала, я наступила. Я позавчера видел тебя тот сценарий с Эмиком, я офигел просто. Она идет, идет, я вас падает.
Ну так надену и пойду. Ну, сейчас обидно. Да нет, это что, это нам видно. Забирай этикетки, последнее открываю, все. Я иду. Я ухожу. Вообще весело, конечно, по жизни у меня все день рождения. Последнее откроешь, и все, больше нет. Открыточки. Сына, ты напугала. Что с тобой? О, вот это бомба. Это очень красиво. Это шикарно. Все, подарков больше нет. Все, поздравляю. Не то, это очень красиво. Все. Все, сейчас пойдем мерить их. Итак, я выбрала вот это платье, оно мне очень понравилось, но я решила, что сейчас я возьму и обрежу вот эту штуку, и останусь только вот в этом. И останусь праздновать свое день рождения вот в этом платье. Только вот эту штучку сейчас хочу обрезать, потому что она мне особо нравится. Наверное, вот так, как на выпускном будет мне какой-то платьишко на 19-летие. Оно мне очень понравилось. Еще, пошли обрезать эту штуку. Владик, привет! Что-то ты рано. Да нет, почему? В 3 как надо. Спасибо. С днём рождения. Спасибо. Вот, мы уже снимаем здесь... Режем платье. Не думала, что на 19-летие я буду резать платье какое-то. Но судьба решила сделать именно так со мной поступить. Так что сегодня я буду в 19-летие, быть в таком вот красивом платье. На самом деле, я очень рада этому и счастлива. Потому что я хотела по-скромненькому. Но, видите, жизнь сама вынуждает. И корона на моем торте вынуждает иметь вот такое вот красивое платье. Так, сейчас мы это все порежем. И пойдем, собственно, праздновать день рождения. Сейчас уже 3 часа. Гости придут к 4. В принципе, уже почти все пришли. Еще 2 человека осталось. Ну все, вырубай шарик. Все. Понимаешь? Угу. Сейчас придет ваша любимая. Здравствуйте. Слушайте, наверное, знаете, я сейчас чего начну? Давай. С того, что я всегда мечтал побывать в вас. Как красиво, слушай. Вот это вот Тима, 8 лет боями без правил занимался. Да, да. Пойдем, сыграешь. У вас такой красивый дом. Очень много фотографий. Это кто? Это дедушка наш. Дедушка, так много. Так он и построил дом этот. Да ты че? Все, давай, вперед. Это супер-пупер какой-то фортепиано, на котором ты должен зажечь. Еще рано. Да нормально, для разогревочки. Я не снимал. Как не снимал? Так. А где Вита? Она же в восторге. Так, все, приехала Маша. Я сейчас буду открывать ворота. Ой, там уже ее открыли. Меня опередили. Ну ладно. Ой, Машка со своей... Блин, что не попал, жвачка мне попала в рот. Идем сюда, Крин. Попали в другой дом, к моему, ну как, к нашим одноклассникам бывшим. Они... Вроде бы не дружили, а как у нас на день рождения оказался, да? У нас здесь целый концерт.
Тима ждет. Че, Руслан, кайфуешь? Плохо, я играю, ты видал, это спокойно. Ты что-то все сам сочинил? Да. А, это сейчас он сам... Как называется? Ну, не знаю. Он называется Нармина, самая императрица. Куратор, можно сказать, консерватории, он сказал, что лучше, ну, как-то поднимать наш национальный колорит, сказал, ну, давайте мы назовем это «Степное солнце». Назови Нармина, сам императрица. О, вот это лучшее название будет. «Степное солнце»? «Степное солнце». Ну, она... Мне кажется, что больше на «Степное солнце» похоже. Это что? О, господи, до меня только дошло, что это? Это офигенно! Так. Обалдеть! Ты понимаешь, что я реально буду это делать себе? У меня такая маленькая сковородка и для одного яйца. Ты же одна живешь. Ну да, у меня такая маленькая, кругленькая. Я себе буду... Хоть кто-то, где-то я буду сердечки находить. О, это так мило! Ну все, остальное вы увидите, будете в видео о подарках. Тимка, понюхай цветочки, как ты нюхал на Нурезе, помнишь? Мальчик, который не хочет цветочки. Ты себя обалденно. Я вообще нормально выгляжу в кадре? Ты всегда хорошо выглядишь. Виртуоз наш, я пианист. Цвету. Что ты там чувствуешь? Нормально? Как, больше не трясутся? Нет, нет, все, я вылечился. Молодец, слава богу, а то я так за тебя переживала. Теперь представляешь? Только, когда я волнуюсь, ну. Ну это да, да. Это, ну, это естественно. Вот эту рыбку у нас сейчас будет тоже коктейл. Вот сейчас мы, Родька, устал. Сейчас мы будем вот кушать коктейл, еще жарить мясо. Она же еще не готова же, нет? А, ну все, ну хорошо. Пойду-ка я к моим девам. Вот они в моей комнате, здесь ходят, разгуливают. Че, Тимка, как себе моя комнатка? Прекрасно. Ну что вы только меня, вон Машу снимите. Маша. Меня уже идет в контакт. Я не Маша. Уже задолбал. Че, пишут? Это не ставлю ни в коем случае видео. Аня, уже ставлю косметичку. Вот это что такое, Нармина? Это... Позвольте, я вам покажу. Такая лампочка. Она очень дорогая, но это не для того, что вам, а это специально думала, ставить просто вот так вот. Для головы? Ты думала, это что ли? Ну как, есть. Тима, где мои цветы? Вот где мои цветы? О, искусственные. Ну да, здесь должны были быть твои цветы, но их нет же. Мои цветы я тебе принес. Где? Они стоят у входа. Угу. 101 роза. Угу. Рассказывай мне. Боже, мне так кто-то дал. Это рисовала, знаешь, мне надо было делать персональный проект в 10 классе. Это отклеивается почему-то. Не знаю. Вот это прекрасно, вот это мне очень нравится. Я сижу вместо персонального проекта, сижу рисую. За сколько вы мне ее продадите? За сколько? Моя картина не продается. Здравствуйте, у каждого есть цена. Нет. Нет? Нет, я свою картину не продаю вообще. Вот так. Может, миллион, если дашь только. Мой фортепиано стоит 2 миллиона, конечно, да. Я вообще-то про доллары говорила. А, тогда до свидания. Ну, кажется, есть что-то. Сколько у меня нет. Я не пускаю. Нармина хочет снять. Ма, еще надо тарелку взять. Че, Влад, рассказывай, как там? Приготовили очень вкусную рыбу. А ты пробовал? Да. Вкусно? Очень. Не отравил ее? Нет. Ты уверен в этом? Уверен. Точно? Точно. Азик! Смотри. Два сестру в голубом. Да, они по цвету, по тону. Здравствуйте. Ну, слушай, молодой человек. Нармин, где твой фужер? Тут как бы, если можно так сказать. Давай. Нармин, желаю тебе, ну, здоровья. Да, естественно. Успехов в учебе. Ну, как положено. На пятерке учиться. На пятерке учиться. Это у него в детстве. Слушайся, родители, маму с папой. Да. Ладно, Нармин. Давай. Ну, тебе уже 19 лет, но... Но! Для меня ты всегда останешься моей сестренкой. Сестрёнка. Ты будешь мне всегда сестренкой, я буду, естественно, переживать и стараться решать все твои проблемы. И также я желаю тебе, наверное, музыка, да? Чтобы не портила момент. И еще авторские права, чтобы никто не было. И что? Желаю тебе, Нармин, найти свою вторую половинку. Угу. Желаю тебе с бородой на ладе. Называть его, наверное, Ахмед Махмуд. Ну, Рустам, пожалуйста. Ладно, Армин, желаю тебе всего-всего тебе наилучшего, чтобы все твои мечты сбывались. В плане учебы сейчас тебе нужно расти, развиваться. Чтобы тебя окружали рядом твои самые лучшие друзья, близкие, мама, я, ну и Влад. Ну, Влад. И Виктория, наша прекрасная...
Невероятная. Ну вот как люди поймут вашу Алахомару? Ну, ура! Нормине 19 лет! Поздравляю! Да, мы просто так думаем. Да не шуть, это не так у них. Давай, мы. Вот моя сынулечка, он приехал. Ты поцеловал сестру? Да, конечно, ничего. Ты что себе пожелаешь? У меня все есть прекрасно. Это Аполлон. Тимон приехал поиграть на... Прям вот так вот, да? С кофтой на плече. Тима, сними ты эту убогую кофту, а? Ну почему? Мне холодно. Ну и что? Нам с Владом не холодно. Сейчас вы сфотографируете, я сниму, когда буду фотографировать. А, давай так, Слад, а мне 5 минут. Что вообще за секси такие звери? Меня зовут Ания. Ания? Какую камеру смотреть, Алёна? Вот в эту. Меня зовут Дева. А теперь можешь сделать вертикально, чтобы класс видно? Девочка. Пусть мой тапочек тоже на контрасте. Прекрати! Опыт. Сексуальная, да, нога? Подожди, Карин. Что? Ноги, давайте я обрежу. Ну, давай. У него мужские женские же были. Ну, а тигры что, мужские? Тигры, да, были мужские, как бы. Ну, ладно. Нет, они женские. Нет, они просто не... Где ты? Что, мы были втроем, а где все остальные? Давайте так. Чего? Подожди, сейчас. Да не на меня, вон камера. Давай, давай. Зачем ей лица? Смотри, усики. Нет. Нас. Вот, все. Зачем так делаешь, а? Как? Ну как делаешь? Делай так, фотографию оставим. И что это значит? Она так... Ой. Рустам, все, клади камеру, пойдем к нему. Не клади, ложи. Рустам. Видишь, положи, прямо туда. Да, я тебе правильно говорит, не верь, слушай. Правильно, правильно все. Девочку зовут Аня, рядом сидит Тима. Ну, вы его знаете. Я поздравляю тебя с днем рождения, желаю всего хорошего, чтобы ты всегда осталась такой же красивой и жизнерадостной. Спасибо. Спасибо, ура! Ура! Молодец. Ну что? Тима, не отходи от лапки. А. Да нет, нет, давай, давай потянем отдельно. Надо давай отступимся. Да, Тиме особенно, он вообще не... Тима готовится, и Влад тоже готовится. Девчонки. Тайга, Варамат! Сынок. Вот скажите, вопрос на засыпку. Сынок, давай. Тима, вот ты в лесу. Будьте здоровы. Маша, я извиняюсь. Я в лесу. Давай встань. Нет, сиди. Ты в лесу. В тайге. В тайге. Как так можно было? И ты понимаешь? Понимаешь. Ничего страшного. Что сзади тебя бежит большой кабан. Боже. Что ты делаешь? Ты знаешь, что это? Бегу от него подальше. Как? Неправильный ответ! Почему? Надо от него не бежать напрямую. А вилять. А надо вилять вот так бежать, и там тебя не догонят. Тима, вот у нас семья охотников, понимаешь, все нас детство учит. Сыма, тебя бабах напугало, то что я закричала? А ты, ну я же так же тоже всю жизнь кричу, ты ни разу не заметил? Он уже отвык от тебя заботы. Да. Ну бывает в жизни, не мы такие, жизнь такая. Я... Нормина, я поздравляю тебя с днем рождения. Рустам, Рустам, тихо! Здоровья, всего самого наилучшего, чтобы у тебя всегда так твои друзья собирались. Чтобы тебя всегда поддерживал твой любимый брат. Спасибо. Чтобы у тебя все хорошо было на учебе. Чтобы ты нашла своего молодого человека. Махмуд Абдурахман. Рустам! Как раз на девятку. Да. Ну давай, тихо, тихо, не мешайте Владу. Он сейчас скажет то, что не сказал никто. Ой, да знай, как это Влад. Давай, Влад. Она должна это запомнить. Три слова. Ну, наверное, за рождение. Ну да. Ну, наверное, да. Ну да, спасибо. Давайте стукайте. Ура! Ура! Ну давайте, девочки. Что будем? Да давайте то и то. Мам, ты так мне сейчас весь макияж там останется. Ну а как? Я все равно ничего не вижу, может быть. Холодные руки это. Это Карина. Это. Так, часы, это, наверное, Влад. Да.
Стоп, подожди. Зачем часы этот человек надел? Он меня смущает. Стоп. Так, ногти короткие. Это либо Влад... Нет, это Влад. Что за... Карина, это ты, что ли? Подожди. Что за тонка? Ручка такая. Подожди. А, наверное, это Маша. Кто это? Господи, это Максим! Это Влад? А тогда кто до этого был? Это, по-моему, рука большая. Ну, это точно не Тимка. Тима, ты будешь курицу или я даю собаке? Да, это... Это Аня! Такой милый носик, можно как уже перепутать все это? Так, что это за... Это вам... Это что за горбинка такая? Горбинка, буква горбинка. Так, это точно не Маша. Горбинка. Я не знаю, Влада нос, как он выглядит. Влада? Что? Ну, оторвешь сейчас. Наверное, Влад. Я не знаю. Ну, следующий. Маша, по-моему, меньше нос. А кто еще? Подожди, это был Тима! Потому что я вспомнила, начала перебирать горбинку, да? Факт, значит, что? Да я все равно ничего не вижу. Не давите мне на глаза. Не дави на глаза, Рустам. Факт, ну, так тяжело. Ну ты хотела уши. Ужас, это так тяжело, руки в 100 раз легче. Но это был точно Тима, он тот с горбинкой был Тима. А это Карина, я знаю этот нос. Плоский и милый. Это сразу Карина нос. Нет, я его знала. Ну? Господи, как тяжело! Встал! Подожди, я заугорал! Я заугорал, понял! О, боже, это ужасно тяжело! Ну, а что, человек одной рукой? Это Машка. Скажи, что собачка? Вот, на Армине сейчас изображает животное, а все наши родственники пытаются угадать, кто это. Да, точно! Это попутный человек. Филин! Давай на два показывай. Давай показывай, непонятно. Это крокодил, по-любому. Да, Паля, покажи внимательно. Давай, вот он как будто утром проснулся. Какой-то чесоточный утконос. Ну ты чухаешься, как будто... Это что такое? Это что за... Я не понял, это что за извращенство было? Ты что показала-то вообще? Это было страшно выглядело. А это он ел что-то. Ничего. Подожди, а он ничего? Тянет. Капитан дальнего плавания. Выхухоль. Ну взяла ты. Ты что делаешь, мать? Что это? Что я делаю вообще? Ну, давай, нормально. Да голос. А, Тарзан. Тарзан? Ты что делаешь опять? Ты что берешь? Это из Маугли. А, Маугли, Маугли. Да-да-да, он так банан почистил, съел. Это бешеный человек. Индейцы. Пещерный человек. Нармин, давай нормально уже покажи. Да как еще нормально? Ладно, ладно, стой. Им сложно. Им сложно, им сложно. Давайте другое животное. Нет, они не могут догадались. Нет, трудно догадаться. Давай другое. Точно. А зачем Фоня? Супергерой. Супергерой. На Олимпиаду пишите. Давай другое животное. Давай другое. Что это? Золушка. Золушка. Нельзя показывать, слышишь? Что это было? Нельзя показывать, Нарин, так нельзя. Ты банан изображала? Банан? Была бананом? Банан с человеком? Нет! И банан растет. Ты ешь банан? Ешь банан?
Ты орёшь. У тебя аллергия на бананы. Ладно, давай другое животное. Гусеница. Превращается в куколку. Или наоборот. Спокойно покажи, мы догадаемся. Да, спокойно покажи просто. Нормально покажи. Как он бегает или прыгает? Лягушка. А, лягушка. Лягушка, так лягушка. А это вот так. Ну кто это может быть? А, что вы такого? Он что-то с земли там подбирает. Ну что, вы вот здесь кормишь, что не говорили это слово, по-моему. Че? По-моему, вы знаете все, но вы не... Давай другое слово туда загадаем. Давай это я раскрываю. Это кто был? Кто это? Это была обезьяна, что-то забирает. Шикарная обезьяна была. Нарин, ты ужасно показывай, просто ужасно. Ты вообще не умеешь. Давай, заходи другой. Никакого. А ты летела на коне! Давай, все. Горилла, кто-то так делает. Давай, пойдем другое животное. Она летела на лианы, они же летают с ними. Когда оторвалась от земли. Ну я прыгала и летела. Давай, давай другое животное, пойдем. Ну это же было элементарно. Да я не знаю, но ты показала ужасно. Просто полная жесть. Ну специально. Смотри, ты ужасно показываешь. Ты ужасно плохо показываешь. Да я бы сам не понял. Да ты ерунду. Ну я вам, ну да, на Тарзана было похоже. Короче, говори слово. Давай, носорог пусть будет. Спасибо. Поехали. Что-то мощное пришло. Мощное? Мощное, да? Уборщица. Ты тоже обезьяна? Это слово. Это обезьяна? Что ты хотела, обезьяна? Вот так пройди по всему этому, непонятно. На одном месте топчешься. Ну хобот. Труба. Что труба? Вверх растет. Утконос опять. Что-то вверх. Что вверх? Либо я пьяная, либо с вами что-то не так. Растет вверх. Ну да, растет. Кабачок так растет. Там нос задирает. О, да-да-да-да-да. Нос! Вы только животным загадываете? Нос? Это нос. И что? Выпухоль? Медведь. Олень? Борец, что ли? Борец, говорит. Девочка с большим носом. Дева моя, догадайтесь уже! Индюк, это еще сложнее, чем обезьяна. Это нормально, пока не вот. Пеликан? Додумайтесь. Просто. Четыре ноги. А, четыре ноги. Ну я зачем нагнулась-то? Ай. Ты нормально нагнись. Вы как эти, да? Ползи уже, хорошо. Дальше. Что кушают он? Она не может, говорит, что сосет? Челюсть. Муравьед. Ну, как у челюсти работает? Он открывает рот. Муравьед. Добрая. О, это похоже на корову. На корову. Ты что, пельмени ешь? Давай. Алло, мне просто позмозгал. Алло. Давай, Нарин, давай другое слово. Ты ужасно пока. Ты уже начала разговаривать, сейчас они догадаются. Давай. Можешь. Нармина. Ты вообще не можешь. Я маме подсказал, я говорю, скажи, мать, пожалуйста. Я говорю, мать. Ну это же понятно. Да это ужасно. Я говорю, мама, уже скажи, носорог. Она уже... Ну говори. Давай, пусть будет тигр. Сама придумал. Я не придумал, ты уже сам. Носорог. Мотя мой. Ну когда из туалета иду, точно так же идет. Лиса! Во, кстати, похоже. Лиса, да? Лиса, да? Да, лисичка. Да. Нет. Говорит, нет, нахуй. Волк? Да, вот тут прям рычит. Блин, ну скажи так, волк это, блин, псина. Я не псина. Леопард. А, вот леопард. Леопард? Пантера. Ты белая пантера. Показывай. Ты розовая. Он мягкий. Нарин, ты вообще показывать не умеешь. Вот дай я покажу. Давай. Они 100% сразу. Давай. Веслов. Стрельни.
Смотри, я захожу. Вот. Вот они сразу угадали. Давай, давай. Что? Так, стоп, по-моему, вы надо прикалываетесь. Вы прикалываетесь надо мной. Я тоже находила как Тигр. Но я тоже шла на четырех. Да ты все на четырех лапах, как обезьяна. Ну, как обезьяна зашла, начала рычать. По-моему, здесь что-то нечисто. Так, дубль уже четвертый, по-моему, никто не может угадать. Это павлин. Кирандапки. Тима попугал. Там брать не болит, да? Даже вперед, правда. Тима попросил повторить. Она будет себя повторю. А, крылья есть. Геродактиль? Орел. Правда, куда-то орел. Это сокол. Какой сокол? Покажи! Да не в образе! Покажи, что этот, Нармин. Нарин, ты в натуре курнул. Чё? Да ты вообще показывать не умеешь. Да, я покажу. Хочешь, я покажу? Ты закрывал микрофон! Давай, Русь, покажу. Я покажу хорошо, ты сразу не угадывайте. Отдадите 5 минут. Давай, быстрее. Нет, угадывайте сразу. Давай, хорошо. Слушай, слушай. Так это ж фазан. Все, вы надо прикалывались. Все, я поняла, все, вы прикалывались. Да и все, идите все нафиг. Вы надо прикалывались. Это все был розыгрыш. Это был розыгрыш. У меня так голова валит, что я не могу ее двигать. Я не могу просто ей двигать. Это что вообще за наркомания только что была? Я честно, у меня голова так болит. Очень красиво. Мам, знаете, у меня сейчас просто голова просто лопнет. Мне так болит она. Я чуть не разрыдалась. Фазан был шикарный. Да я уже не могла, ну когда же они... Особенно, когда ты закричала, Тима чуть за ружьё взялся. У него, знаешь, что по лицу было? Фак, значит, что она делает? Это был какой... Днём рождения тебя, днём рождения Нормина, днём рождения тебя. Все впереди, как бы еще впереди, но обидно немножечко. Ничего обидного нет. Ну как бы вот. 91 год. Ну блин, тогда будет, да, обидно. Ну как бы вот. Армиш, что жизнь такая. Сейчас быстро загадаем. Аллах Акбар. Не дождусь я тортика нынче. Не дождусь. Нет, ну ты че? Свет включить надо, мама, ты не портишь, мы же еще вообще что ли? Ты
Теперь пойдемте на улицу. Ой, смотрите. Тимон, смотрите, здесь... Зачем? Пожелали. Пойдем на улицу все, ребят. Так, идите. Лёшечная душа. Обезьяна? Я надеюсь, не обезьяна. Беги! Беги! Нармина, вот такая вся блестящая была, счастливая. В полу не буду. Вот так вот. Приятненько. Каждый день бы так меня бы осыпали бы. Золото. Да. Я бы не против. Я была бы не против. Да, Тимка? Я бы не против была бы. Я бы тоже был не против. Тебя тоже разрешили? Нет, меня не надо. Я там домой как пойду. Да, я здесь не извиниться. Так, как новогоднюю елку и придешь. Моя корона, моя корона. Давай не, да ладно, мам. Ты зачем? Да ладно, мам. Вот, 19 лет. Да ладно, мам, моя корона. Ушел в никуда, сейчас уйдет в какие-то желудки, а потом вы сами знаете куда. К сожалению. Красивые мои инициалы. Моя корона. О, какой же он красивый. Он такой же прекрасный, так же прекрасен, как и я. На следующий год будет еще так. Все, камера снимает? Камера, мотор, поехали. Сейчас. Такой взгляд. Нармина, я хочу тебя поздравить. Нет, начнем с того, что мы с тобой знакомы очень давно. И несмотря на то, что первое твое впечатление обо мне было не очень-то интересно. Нет, нет, ну в смысле, офигенно. Было такое, да. С этим. С подковыркой какой-то. Но зато мое первое впечатление и осталось таким же, что ты всегда у нас активный человек. Очень творческий, развитый и умный. Развитый. Я хочу тебе пожелать самое главное. Ну, наверное, счастье, потому что здоровье, конечно же, родителям, всем близким. Пусть всегда все будет хорошо, пусть вечно ты остаешься такой же активный, такой же прекрасный, такой же жизнерадостный. И пугает тебя фазаном. Да. Если Рустам пчел. В хороших оценках оценок это уже не актуально. Это вообще не актуально. Никогда это не было актуально. Поэтому учись так, как ты хочешь. Во. Как надо. По тройку закончишь. Если ты хочешь в будущее хорошо, надо хорошо учиться. Если не хочешь, можно. Чего тройки так заканчивать? Вот. Пусть все у тебя будет хорошо. Да. Пусть будет все так, как должно быть. Спасибо. Всем рождения. Спасибо. У нас еще пальчик. Супер. Делать. Я тебя знаю, конечно, детского сада. И, конечно, наша дружба – это бесценно. И я хотела бы сказать, это тебе самого главного крепкого здоровья. Как лошадь буду. Просто кобыла такая сильная. Не столько здоровья пожелать, до 91 лет так скакать буду по жизни. Даже счастья тебе. Самого всего тебе хорошего. Спасибо. И в дальнейшем я надеюсь, что мы будем дальше общаться. Ну, естественно. Естественно. Как же без фотографа? Куда? И массажиста вместе. Так. Массажисты? Ну, в дальнейшем продолжаем. Дальше. Месяц. Сегодня сам. Как лошадь, как кобыла. Ну потому что только мне ложка позорова сказали, что это ручка. Я говорю, что это ручка. Ну зайдись ко мне. Я хочу в глаза тебе смотреть. Видишь, нормальные люди, оказывается, встают. Спасибо. А мы сидим, как эти. Ну мы одно ленивые совательцы, что нам поделать? Что делать? Что с нас взять? Ну. И скорпион вместе. Любимая Нарминочка, я тебе поздравляю с днём рождения. Блин, ну как-то есть ощущение, какая-то маленькая, я смотрю на тебя. С днём рождения. Самое главное, желаю тебе крепкого здоровья. Твоим, тебе и твоим близким, чтобы оно вас никогда не подводило. Ставь момент, да забыли, как обыл, то упадет, и все. Мама кобыла, тетя кобыла. Все кобыла. Стадо. У тебя замечательная мама, брат, только праздник тебе устроили. Твои родные. Это много вы стоит, поэтому, чтобы каждый год так вот собирались.
праздновать твой день рождения. 19 лет. Ну, мне кажется, это самый, ну, такой классный период, и не надо депрессировать. Ты сама мне говорила, что ты депрессировала 2 месяца назад, сама так же, как и я. Нельзя. Ты просто с этим это смирилась, да? Нельзя. Смеяться со смеха. Столько возможностей и столько всего интересного, поэтому я желаю тебе наслаждаться каждым моментом. Вот, будь счастлива каждую секунду. Яркой студенческой жизни тебе и всего самого классного. Вот. Ты у нас очень творческая, талантливая, целеустремленная. Вот, поэтому я знаю, что у тебя все получится, а мы тебя будем всегда поддерживать. Мы тебе верим. В Голливуд надо ехать.